Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня карагандинские дебатеры впервые провели акцию «Мы помним». Мероприятие прошло у Вечного огня. Собравшиеся почтили своих дедов, отцов и братьев, которые пали за родину в разные годы. К слову, акция прошла в рамках стартовавшего мероприятия, посвященного военно-патриотическому воспитанию молодежи. Подробности у Даны Марат. Проявить патриотическое воспитание у карагандинской молодежи – такая цель прошедшего мероприятия. Организаторы говорят, что прививать долг к родине нужно с раннего возраста. Сегодня мы собрались для открытия слета военно-патриотических клубов Карагандинской области и города Караганды. Данное мероприятие организовано Республиканской ассоциацией дебаторов Казахстана внутренними войсками. Воинской частью 6800, Министерством чрезвычайной ситуации, Министерством образования и науки и военной прокуратуры Центрального региона. Дебатеры подобное мероприятие проводят впервые. К слову, в команде около 20 человек. Они говорят, что такие акции будут ежегодными. Ассоциация дебатеров, мы вот такие мероприятия военно-патриотические проводим по всему Казахстану. Казахстану это считается как республиканская акция. Сейчас наши ребята находятся в Актюбинске, в Алмате и в Усть-Каменогорске проводят вот такие мероприятия. Вот это соревнование как бы является началом. Дальнейшее продолжение будет в воинской части на 14-м микрорайоне, где будут проводиться соревнования по воинским дисциплинам. Это разборка автомата Калашникова 74, одевание противогазов, вот в этом. По словам школьников, они очень хорошо подготовлены к соревнованиям. Ну, я думаю, что призовое место, потому что уверен в себе. В конце акции собравшие возложили цветы к подножию мемориала боевой славы «Вечный огонь». Пора равняясь смирно. Дана Марат, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.